Сборная Бурятии готовится к предстоящему международному турниру по вольной борьбе памяти Ивана Ярыгина. В состав вошли 17 человек, 9 женщин и 8 мужчин. Очень много людей, которые заинтересованы, они смотрят, уверены, что наши ребята покажут, как всегда, высокие результаты на данном турнире. И, конечно же, призываем, чтобы наши болельщики поехали. Большая фан-зона подготовлена для наших болельщиков. Состязания, посвященные памяти двукратного олимпийского чемпиона, по традиции пройдут в Красноярске с 26 по 29 января. Турнир соберет около 300 спортсменов из 12 стран.